Его камеру, давай, рассказывай. Юра, капитан, да. А кататься где будете? Это что у вас за спиной? За спиной что кататься вы где будете? Озеро. Валдай, да, молодец. Ну все, вам хорошего. Как говорят там, чего желают морякам-то? Морякам чего желают? Беда. Смотри, беда. То яхта беда, победа. Беда. Нет. Нет, у нас победа. Легкой воды, наверное. Беда. Все, давайте. Показались на горизонте наши мореплаватели. Вы не поверите. Прошло больше 3 часов. 3,5 часа они кружили. Что такое роскошное? Корабль-призрак возвращается в родную гавань. 3,5 часа пути. Это Яна кричит. Уточки, видишь, сопровождают уточки, видите, два лебедя, два черных лебедя. Так, а провожающие на берегу, где у нас провожающие? Первый экипаж, а за ними следом еще два, но это не соревновательное. Леня. Отходят. Сворачивайся. Яхта Победа. Ну вот, пошли на веслах. Давайте. Счастливого пути. Видите, яхты полные кефали. Лодки полные кефали, да? Лодки полные кефали. Да, мотор заводите. Юг чуть-чуть левее. Корабль-призрак возвращается в родную гавань. 3,5 часа пути. Маяк. Маяк на берегу. Пришвартовались в родную гавань. Наконец-то. На якорь. Встают на якорь. Они купались, наверное. Между нами молния. Ты с Яной вместе танцуешь. У него сольный танец. Леня соло. Это такой дуэт. Леня энд Яна. Опа. Что ты делаешь с ногами? Яна. А вот полетели путинские, нам машут руками, видите? Угу. Тебе машут, да? Я думала, мне, а тебе. Вот это такое. Выбираем позы выгодные.